олимпийская чемпионка игр в Пхёнчхане Алина Загитова, во второй части гала-вечера фестиваля «Влюбленные», фигурное катание в Москве, исполнила показательную программу «Эсмеральда», поставленную на мелодии из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Номер был поставлен хореографом Даниилом Глихенгаузом к чемпионату мира 2020 года в Монреале, который из-за пандемии коронавируса был отменен. Загитова должна была выступить в гала-шоу как чемпионка мира 2019 года. Во время прокатов чемпионка мира чисто исполнила два прыжка, тройные луцефлип. В первом отделении гала-концерта Загитова исполнила прошлогодний показательный номер «Утро». Подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить в мире фигурного катания. Thank you.